Ну что, доброе утро, тройка. Как я обещал, сегодня я из Москвы. Хотел поговорить на фоне наших сделок, которые были совершены. Это небольшая часть того, что мы вместе с вами сделали для российской экономики. Привлекли огромное количество инвестиций, разместили огромное количество различных бумаг на фондовых биржах России, и Нью-Йорка, и Лондона. И эти сделки, знаменитые так называемые топ-стоны, могильные плиты, это тех вещах, которые мы делали в прошлом. Но сегодня мы говорим о будущем. Будущее действительно непростое. Мы в начале 2021 года находимся в стадии большой неопределенности. У нас есть большой уровень тревожности. И кажется, что мир вокруг нас кардинально изменился и не вернется никогда уже в прошлое. Многое из того, что мы делали, действительно изменилось и будет меняться. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы мы верили в себя, знали бы, что мы делаем, нашла бы смысл и цель. И я очень рад, что за прошедшие 8 лет много чего было сделано. Не только мною, но командой людей в очень разных областях. И я верю, что только сообщество единомышленников, сообщество людей, которые доверяют друг другу, могут мир действительно изменить к лучшему, сделать так, чтобы здесь можно было бы жить и чувствовать себя комфортно, создать определенную экосистему. Ту экосистему, которую дала тройка диалог, в которой люди ощущали себя по-другому. И в этой экосистеме это не только, чтобы все было очень комфортно и приятно. В любой экосистеме есть свои плюсы-минусы, но экосистема должна быть естественной, она должна быть сочетать в себе те все элементы, которые очень важны, чтобы они были между собой взаимосвязаны. Я рад, что мы начали проект создание клуба «Новый дом», который должен интегрировать в себя большое количество людей из разных отраслей, потому что я убедился, что очень важно, чтобы люди между собой общались, именно имея разный опыт, разные знания. И в этом был преимущество тройки диалог, что у нас было большое количество иностранцев, от ребят из Америки до Японии, из Армении, из Африки, из Латинской Америки. И России, и Украины, страны СНГ, Белоруссии, Армении. И это все давало нам силу и возможность действительно по-другому, но очень много чего делать. В этом смысле я считаю, что та основа, которая заложена в тройке диалог, позволяет нам реализовать многие проекты, такие как Feel In и Feel Good, такие проекты как Феникс и ВВП, такие проекты как наши клуб Атланты и клуб Новый Дом. И все эти проекты в той форме говорят о том, что вместе мы можем объединившись сделать мир лучше. Я хочу сказать, что «Новый дом» — это проект для всех, это клуб клубов. Я очень надеюсь, что он станет площадкой удобной для большинства думающих людей, размышляющих о будущем. И он станет местом, где мы будем общаться, встречаться и дискутировать не только дрогинские бывшие сотрудники, но и люди, которые сегодня работают как в наших проектах, так и как видеошколы Сколково, Атланты и многие другие, но и выпускники этой школы, нашей видеошколы Сколково или других проектов. Мы вместе будем делать интересные проекты уже на базе Нового дома, мы будем делать интересные проекты вместе в разных областях, и это позволит нам продолжить то, что было заложено когда 30 лет назад. Еще раз хотел себя поздравить с 30-летием, сказать, что пели у нас, а что только люди могут делать мир лучше, а люди могут сделать мир, изменить и могут себе создать правильную среду. И только люди могут все это уничтожить и разрушить. Поэтому я верю, что мы, несмотря на все сложности и уровень тревожности, сделаем так, что вокруг нас будет среда, в которой нам хочется жить, растить детей и создавать новое. То, о чем мы говорили всегда, что невозможно быть счастливым в отдельно взятом, построенном за заборами пространстве. Ты должен строить пространство, которое будет удобный и комфортный не только тебе, но и твоим близким, но и окружающим мир должен быть с тобой находиться в определенном единении. Тройка диалог с юбилеем. Давайте смотреть в будущее, давайте смотреть на новые проекты, давайте вместе делать то, что мы считаем важным и правильным, а именно делать мир лучше. Спасибо, ребята, всем.